Какой же я себе красный попит купила? Ох, сейчас я буду с ним играть. А, какой он красивый, этот цветный. А-а-а! Тут что? Дырка! Тут что? Дырка, мой попит порвался. Я так долго на его собирала. Как же так, дырка на моем попите? Не хочу такой попит. Не хочу такой, такой попит. Кто это плачет? Это что, София плачет? О, попит валяется. София, чего ты плачешь? Смотри, что я нашел. Видишь, какой классный попит? Да, вижу, это мой медаль бракованный. Ну так там еще много пупырышек, которые можно нажимать. Не переживай. Я такой не хочу. Сафун, не плачь. Я что-нибудь придумаю. Вот еще и не хватало этой беды. Придумай что-нибудь. Куплю-ка ей сладостей, чтобы она забыла про свой попыт. Ребятки, смотрите, что я ей нашел. Это сладости. Так много, она точно забудет про свой попыт. София, смотри, что я тебе принес. А что это? Что-что, сладости? Ты же любишь такие? Да, люблю. Вкусненько. Все, я не хочу больше этих сладостей. Я хочу попиты. Эх, не забыла про свои попиты. И это не сработало. Ладно, София, есть у меня одна идея. Ты мне купишь попит? Не знаю, если получится. Так, деньги есть. Но где попыты купить, не знаю. Точно, в интернете посмотрю. А ты ничего не заказал. Ребята, смотрите, сколько попитов купил. Аж я, мне кажется, идиот. И, наверное, попиток не нашел для меня. Смотрите. Да, София, ничегошеньки не нашел. Не нашел. Не реви, я пошутил. Ого! Столько много попытов. Ага, смотри, какие они разные. Вот, смотри, Майнкрафт. А это яблочко. А! И даже Among Us есть. Да, смотри, цветочек. И даже единорожка. И еще одна единорожка. Какие же они классные и прикольные. А ты видел, что я еще нашел? Simple Dimple. А вот эти какие красивые. Смотрите, ребята, сколько у меня много попитов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я самая счастливая девочка на свете. У меня столько попитов. И даже Simple Dimple есть. Арсень, пошли играть с ними. Пошли. Наконец-то из садика вернулась. Как все надоели выпрашивать мои попиты. Не дам я никому, ни Полине, ни Милаше, ни Маше, ни Ксюше. А то они их порвут, как и мой первый порвался. Сколько много. Цветочек дай подари. Или Милаша, Simple Dimple, у меня и так он один. Нет, никому не дам. Ни Among Us, ни цветочек, ни этот, ни тот, ни сердечко. Нет, квадратик, ни яблочко. Нет, квадратик, ни этот. Даже единорожек не дам, ну хоть они у меня даже две. Не пошлите мне попиты всякие свои. Хотите, сами себе купите.
София, а это у тебя что? Пуп-иты? Класс, сейчас буду ими играть. Па, Саша, не дам я тебе их. Это мои пуп-иты. Еще порвешь их, а еще хуже, потеряешь. Чего это я должен порвать или потерять? Сказала не дам, значит не дам. То в саду выпрашивает, то ты выпрашиваешь. Не дам, мои. Вот жадина такая, пойду все решение расскажу. Ха, иди рассказывай, пока со всеми поппитами и симпл-димплом поиграю. Арсений, ты представляешь, что у Софии есть? Ну что там у нее есть, куколки? Ага, если бы, у нее там 15 поп-итов. Представляешь? Ха, новость, я все знаю. Представляешь, ни одного не дает поиграться. В смысле не дает? Все зажало? Ага, да, и даже дотронуться до их не дает. А знаешь, кто ей эти поп-иты купил? Ну и кто? Я ей все эти поп-иты подарил. Пойдем разберемся. Пойдем. Ох, мои единорожки, я уже даже почти все пролопала. София! Арсений, это же ребятки, он мне все поп-иты купил. Тут мне Саша сказал, что ты не хочешь делиться. Ага, ага. Я хочу делиться. А почему ты мне ни один не дала? Что, правда, София? Ну, он их порвет. Ах, так ты все-таки зажала. Ну, Арсений, они мне так сильно нравятся, не хочу никому давать. А ты знаешь, что быть жадной очень плохо? Очень плохо. К тому же у тебя есть два единорога, могла бы Саша одного единорога дать. Ну, мне так не хочется ни с кем делиться. Они могут порвать, поломать, а еще даже хуже потерять. А я тебе мог вообще не дарить, а себе оставить и тоже лопать. Так что выбирай, либо делишься с каждым из нас, либо я забираю все попыты. Ой, не, наверное, надо делиться, а то он все заберет. Не, я лучше буду делиться. Вот-вот, и все по честности, поровну. Ладно, давайте делиться, садитесь рядом. Ребята, можно я себе симпл-димпл оставлю? Он только один. Ладно, симпл-димпл оставляй себе. Значит, я себе этот восьмиугольник беру. Согласна? Согласна. Арсению цветок. Да, цветочек красивый. А кто хочет квадрат? Я. Бери. О, мой любимый мне квадрат. Мне давай единорожку. Нет. И себе одного. Кто будет сердечко? Я. Бери. Мне восьмиугольник. А мне вот этот вот красивый квадрат достался. А еще есть человечек из Майнкрафта. Это кому-то из вас, мальчики. Ладно, давай мне. А Саша Among Us. Я тоже хотела Among Us. Что, правда? Ну ладно, давай меняться. Спасибо. Ребята, никогда не будьте жадинами, ведь это так нехорошо. Да, ребята, и веселее играть с друзьями.